Блять. Извини, пожалуйста. Все весь этот пепел на меня. И почему-то он. Смотрите, тут Янка еще. Да, Янку не надо. Рыжая. Все в сборе. Мы на местности. Мы на месте. Всем привет. Боже. Кто это? Гуляша. А, это она про Янку, походу. Хорошо. Привет. Привет, Янка. Привет всем. А кто это пишет привет? Это там Лерина сестра и Гуля. Янка пишет. Гуля, Ангелина? Да. Гуля, Гуля. Гуля. Арам-там-там. Ого. Ого, ки, девочки, как дела? Чётенько. Чётенько. Шо вы, мы ничего, мы на смотровой. Мы на смотровой. Это кто, Гуля? Я не знаю, это Гуля пишет, да, шо вы. А тебя фоткаются, слышишь? Слышите, они фоткаются? Слышите? Эльмас, а ты что, отключилась? Ой, господи, как холодно. Да, нас смотрят 3 человека. А, 3 человека. Чего вы нам ничего не пишете? Откуда вы? Симферополя? Симферополь. Столица. Кто это? Кто ты? Я не знаю, кто это пишет. Как его зовут? Лиза. Кто хорошо, это? У тебя как? Лиза, какая-то уже Лиза промелкивала. Нет, ты не знаешь, что. Ну, что мы тачку проветриваем. Холодно. Вы что, окна открыты? Мы сидим полностью открытые. О. У нас смотровой. Все, сейчас покажем. Смотрите, как красиво. Что у вас за машина? Жигуль. Вот, смотрите, как красиво. Жуля. Новый Жигуль рестайлинговый. Рестайлинг. Мы поняли, короче, мы доплатили, салон сделали. Вот чисто так на заказ. Но Жигуль вообще у нас офигенный. Да, он такой. Разгоняя, сколько вам лет? 18. 15. 18 мне уже. Ладно, забери меня скорее. Сколько вам? А, это так же. Ну, пишите что-то интересное. Да, 3 человека, тебе сейчас такое интересное, что ты делаешь. Ой. 15. Лайки. Ой, Эльмас ставит лайки. Спасибо, Эльмас. Кто еще тебе лайки поставил? Я ставлю, когда захожу. Вообще-то. Мана, дольче, я говорю. Вот Чукча. Ты Лиса. Чукча, это не я. Это вот она! Вы видели Эльмас? Эльмас, ты видела, как тут красиво? Сейчас. О, ты видала? Да, блядь! Там зарядка была. Она тянется. А, нахуё, не ломай её. Чё? Радио какой-то странный, пиздец. Прям по ушам. Кто-то пишет. Тельмас, сладкий.